вот эта вот грань, трава, это специально сделано, что на ней ничего нету, или как? На ней ничего нету. Ну, одна лунка, две. Как? Тракторист так пахал или вы так сделали? Не, она так выросла, значит. А? Так выросла, значит. Ну, не могло так вырасти. Тут, там хрен, здесь нету. Здесь все то же самое, дальше кое-где лунки встречаются. Вот смотри, вот только зашли сюда, что бросается в глаза, погляди. Вот это что? Это на поле, на картошке. В среднем, я сейчас замерил, 1,40 м длина, на 80 ширина. Сколько мы вообще, когда мы это рвали, мы не на картошку бросали его. Мы же тут пололи не просто так. Мы же бросали там, где нет картошки. Да неужели столько картошки не было? Ну, я посчитал вот этих кучек 24. Ты даже не знаешь, я тебе сейчас подсчитал. 24. И если брать даже по квадратному метру 24, так она больше, 1,40 м на 80. Я вот замерил, которая одна больше, другая меньше. И вообще нету. Как так? Почему сразу было не вынести-то? Зачем? Пахать он по ней не будет. Плуг не захватит все это. Выносить все время надо. Где граница огорода? Вот она. Ну, допустим, дальше тебе не идти. Она вообще-то граница намного дальше была. Вот это у него надо разобрать. Это он делал стеллаж для сена. Там много полезных. Доски, кольки, вон лежит. Вон где густо растет. Там канава. Вот там конец огорода был. Это наш огород. Наш. Ваш. Мы здесь жили. А-а-а. Мы день берем картошку, складываем в кучу. Вот как разбрасывать не было. Ведерко и в кучу. И вот такие лежали пирамиды. Отец пригоняет. И как сейчас они загоняют, и 2 часа светло, и 4 часа обед. Такого не было. Ну, 2 часа на обеде стоят, выгоняет с восходом солнца. И пригоняет солнце на закат. И выгоняет, когда первые проталины появляются. И заканчивает, когда снег уже покрыл полностью всю землю. И ни одного выходного. И мы по-другому не... Я думал, так всегда. Проехали по югу, оказывается, там еще хрящ. Они в потемках догоняют, чтобы на пастбище догнать. Солнце восходит, они только возвращаются. Гонят 3 км от деревни, 4, сами, со своей коровенкой. А почему у него семья? Жена кормить надо. Ну вот этот участок, кого кормить? А сколько надо? А я уработался. Вон матушка ползает, повторяю, 9-й десяток пошел. Десяток. Теперь смотри, вчера мы кончили там. Сколько там соток было? 10-11 было. Надо идти, а она никаких поворачивает к Роману, чем? А мы у него картошку копать будем. Я так ахнул. Я ей два ноги волочу, она пошла, как комбайн какой. Ну вот это-то ты мог убрать. Я говорю, мог убрать? Да все можно, Тихоныч. При большом желании все можно сделать. Ну а почему у тебя желания-то нет? Ты не очарованный странник, а разочарованный странник. Чего ты так к делу-то относишься-то? Ну смотри, кучи, которые сделали, мы там посадили. Когда поливал, даже не знаю, когда я поливал. Арбузы, все засохло. Даже не помнишь, когда поливал. Под окном посаживаешь смородину, все заросшее в дребезги. Я помню, что приходили, тут двор очищали. А я в другом месте был. Это не ответ. И вот эти пирамидальные кучи, они вот такие вот у нас насыпаны были. Наш отец Тихон Дмитриевич начинал носить. Ну мы-то совсем маленькие. И мы ему, как сейчас помню, тогда не были такие мешков пропиленовых, а там крапивные мешки и прочее. Куль называется. Куль 110 килограмм. Вот такие ведра у нас, ведрами не называли, котелик. Котелик. А сейчас 2 или 3, все на этом. Вы не тренируетесь. И он, вы помню, мы пытались поднять его, он как-то одной рукой приспосабливался. И вот отсюда вот, вот за этой вот дальше, он где густо растет, это конец огорода, там канал зашел. И он туда домой приносил, и в погреб сваливали. Один. 10 ребятишек. Целый день пасет. Догоняли-то не здесь по логу, как Василиса. А гоняли, где Андреашин лог, там стойло было. Гоняли-то дальше еще. Понимаешь, вот мы
мы один раз это услышали, ну и помоги Господи, чтобы этого не было. Ну везде труд нужен, сохранить истину и веру как-то. Журавлев-то не удается. Ну, натащили тебя здесь, обихаживаться, березы все, резали, брали. Ну, вид далее, как говорится, сколько возили с этим, светлыми. Можно было, сейчас там мелочь растет. Я даже думал бульдозер загнать, не знал откуда. Можно было корни выкорчивать. Да и так можно. Понимаешь, вот абсолютно все заросшее. Двор заросший, под окном заросшее. Цветы там, когда поливал, даже не знаю. Ты зайди к этой, к няне или Александровна. Она все время держится, позвоночник не держит. Сколько, какие розы, какие цветы. Храм идет, она несет. Да кому-то с ней ровесники. Ну что ты так это, вздохни, ты сейчас вот еще не делай. Вот эту вот траву сухую, всю собери сейчас. И вынеси вон туда, где, вон, маленькие, больше ты не будешь делать. Вон, клен растет, а около него в одну кучу все сложи. За дело. Да синий это жупун, зипун-то. Когда будет комфортно, я сниму Игнатий Иванович. А что значит комфортно? Ну, мне будет не холодно, не жарко, я его сниму туда. Ну, заметь, все до одного, посмотри. Все до одного разделись. Нас сколько здесь сегодня? Пятеро. Ну и я его не сниму, пока не будет мне хорошо. Ну, да это плохо. Я работаю хорошо в темпе, быстрее ну, всех. Ну что ты себя определяешь хорошо, я показываю все заросшее. Ну заросшее. Даешь себе оценку. А где заросшее? Уже некуда. Где заросшее это? Ну вот оно, все, вот оно лежит. Это сорванное, не заросшее. Ну ничего нету, ни картошки, ничего нету. С картошкой все выдрали. Смотри, где тут картошка-то? Где она? Где? Где? Ну вот она, бросили ее. А под ней-то как узнать, была ли не была? Там мышиная норка. Да мы когда рвали, бросали с ней на картошку. Да не может быть этого. Да точно вам говорю. Так далеко не бывает, чтобы на 1,40 м лунка от лунки. Бывает. Не была. Ты с этим должен согласиться. Смотри, сколько мышатников. Одни мыши. Я работаю хорошо. Не знаю. Хорошо работает, это значит, все должно быть обихожено. Насколько возможно. Учу и толку никакого нет. Ладно, он огрызается больше, если слушает.